Мне нравится эксперт военный Агиль Рустамзаде. О военных действиях в Украине. Я прослушал массу с ним бесед. И к моей мысли потому, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Во всем мире люди относятся как к лабуде. Кстати, посмотрите, сейчас у нас в Сосновом Бору 5 часов 59 минут. Восход солнца был в 4 часа. Оно еще не поднялось из-за соседних домов. Да. И обещают на сегодня 18 градусов тепла. Что притчу о слоне и о слепцах. На деле, что понимающих притчу о слепцах и о слоне на деле не выпускает ни один в мире университет. Кстати, в том числе и военные университеты. Вот такая вот беда в мире.